В Москве гонять на машине стало совсем невыгодно. В столице официально начал работу пит-стоп. Это новая система, которая позволяет быстро задерживать нарушителей скоростного режима. Теперь информация о нарушениях моментально передается ближайшим экипажам ДПС. Пит-стоп – это целый набор приборов фиксации. Каждое отдельное устройство считывает скорость машины в транспортном потоке. Таких фиксаторов в разных уголках столицы уже установили более 900. К концу года их число вырастет до 1500. Теперь гонки по Москве будут исключительно на короткие расстояния, до первого экипажа ДПС. Ну и уже на месте будет выбираться наказание от штрафа до лишения водительского удостоверения. Через суд, разумеется. А вообще, благодаря различным нововведениям, количество раненых и погибших в столичных ДТП уменьшилось на треть. И без гордости сообщают эту цифру в московской мэрии.